Привет! А сегодня у нас очень интересный день будет, по крайней мере, обещает быть интересным. Сегодня проходят соревнования по подводной охоте на озере Саадьярв. Это единственные соревнования, которые остались в Эстонии. Раньше проводилось чаще, было больше клубов. Вроде бы как было интересней, но тогда я еще подводной охотой не занимался. Это, значит, будут мои вторые соревнования за всю практику подводной охоты. На предыдущих я занял 15 место из 31 участника. Вот, посмотрим, как получится сегодня. Участие, значит, стоит 25 евро. И суть соревнований такая, что надо взять 3 экземпляра каждого вида рыбы. 3 щуки, 3 леща, 3 линя, 3 окуня. Чем больше у тебя будет разновидности рыбы, тем больше шансов выиграть. Вот. Так что сейчас приедем на место, посмотрим. С утра погода была очень, не очень. Пасмурная, тучи, сейчас вот солнце вылезло, так что обещает быть очень интересно. Сходил, зарегистрировался. У меня 7 номер. На данный момент 13 участников. Ну, вроде как обещают еще подъехать. Сейчас переодеваемся и идем в воду. Так, переоделись. Погода вообще зашаталась, разыгралась. Сегодня буду плавать Скорпение Самурай. Через 15 минут уже старт. Так что такой вот клевый костюмчик. Да, как я до этого упоминал, надо собрать по 3 штуки каждого вида рыбы. Там 3 щуки, 3 окуня, 3 леща, 3 линя. Это дает максимальный тогда опыт. Количество пунктов. Вот, ладно, погнали. Продолжится примерно полпути. Тут еще 9 минут, еще минут 15, где-то 200 на лаш. Пошел по тому же маршруту, что плавал на днях. Попробуем. Тактику менять не будем. Тогда там и щука была, и лещ. Конечно, это заматывает. Еще забыл сказать, что дается, значит, на соревнования 5 часов. Плаваем 5 часов. Из них я планирую где-то полчаса грести в один берег. Потом 3,5 часа плавать. И час оставим на обратную дорогу. Thank you.
Опал, короче, я уже только 12:30 пришел. Час 20 идут. Вообще плавают балики, но на грани щучки, как бы их нет смысла брать даже. Балики и лещи были, попадались. Один лить, два. Короче, сейчас пойду поплыву на другое место. Посмотрим, что там получится. А так, конечно, пока очень не peaaegu 2 kilo, nii et 1900 grammi. Toeksa on Aleksandri ja tänase päeva üldse absoluutne rekord kala siis oma kaalult ja pikkuselt. Peakohtunik Hendrik annab üle Martinile auhinna, milleks on vabastusnuga, ehk siis mis peaks igal sukeldujal olema päästenuga. Ja ütle nüüd üks tore number ühest kuni 16. Mis numbri sa ütled? 7. Grigori Kudrjaev on võitnud siis meil täna selle toreda mini grilli. Oma tütar. No nii, nüüd ta tuli ära ja ei, siin ei ole midagi palju õnne. Kuidas tunne on? Sinu saak jäi täna. No ei tulnud päris esikolme hulka, aga kuidas tunne on? Oli mõnus seal veal täna jahti pidada. Väga vesitab, jah. Kes on nurgas. Kala on, aga väikselt. No nii, vaat selle peale ma nagu ei tulnudki, et su oma tütar ütles õige numbri. No näed, ega siin ei olnudki palju valikud. No täna läks täpselt nii. Olge lahke, et see tore grill siis rõõmustab teid kõiki. К концу соревнования занял я 4-е место, там разделили с одним парнем 4-е-5-е, так что очень хороший результат. Если бы я взял все же тех лещей, которых видел, может быть, пару кушков, может быть, и взял какое-то призовое место, но не суть уже. Мне кажется, я забрал самый лучший приз. Это мангал разборный, походный.
благодаря моей дочке, которая назвала мой номер участника. Не знаю, честно, нечестно. Но есть как есть. Главное, что мангал в багажнике. Устал, конечно, проплыл, наверное, в районе 4 километров. Прозрачность очень хорошая, рыбы много, но рыба такая небольшая. Щучки где-то там кило, кило 200. То есть можно было набить очень много, но такого трофейного ничего не видел. Один парень взял щуку на... Что-то там было, 6 килограмм, по-моему. Это, конечно, здорово. Вот, но... Посмотрим, как там получились кадры под водой. Сегодня камера стояла на прикладе ружья. Не знаю, как. Всем спасибо. Оставайтесь с нами.